День добрый, дорогие господа. Итак, мы с вами находимся на фестивале арта, фестивале медиаискусства, в комнате 360 арт. Здесь мы видим работу художников. Это что-то совершенно удивительное. Здесь есть огромный зал соседний. Там пока ничего особо не происходит. Проецируется космос на стены. А здесь видно, что мы здесь одни, во-первых. Вот. А во-вторых, видно, что 360 арт в такой вот куполообразной комнате гораздо сильнее воздействует на психику, гораздо сильнее погружает. Тут даже такие простые элементы, как движение, вызывают движение в голове. То есть вестибулярный аппарат начинает вести. Это очень удивительно. Удивительно, насколько сильно. В том смысле, что без очков виртуальной реальности, а эффект прям такой же. Но, кстати говоря, здесь нету хитрой игры с цветами, контрастами, геометриями и так далее. А можно было бы и с этим тоже поиграть. Очень крутой нарратив. И превращение. Спасибо за внимание. Здесь точно стоит ставить лайк.